Только самые быстрые и крутые ребята в мире успеют поставить лайк за 3 секунды! Всем здарова, ребята, с вами по-прежнему Овер, и я рад приветствовать вас в игрушке под названием Happy Wheels. Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет много прикольных, интересных и классных уровней. Я надеюсь, что вы успели влепить лайкосик за 3 секунды, заранее огромное спасибо. Если нет, то прямо сейчас, ребят, поставьте, у вас вторая попытка. Ну что ж, первый уровень, который мы вместе с вами будем проходить, это Pogo Fighting. И посмотрите, ребят, на нашего первого соперника. Это бомж с бухлом. Ну что, полетели, убиваем бомжа с бухлом и заодно убиваем злого повара. Повара мы уничтожили. Так, что у нас дальше? Прыгаем. Человек, который любит ананасы? Серьезно? Ну я тоже люблю ананасы, ребята. А что в этом плохого? Напишите в комментариях, любите вы ананасы или нет. Кстати, мы можем тут нажать. Что это такое? Ну я нажал. Не понял, что произошло. Так, король Артур у нас дальше. Перелетаем короля Артура. И все, что ли? Все враги... это просто пустота. Все, короче... Оу, враги кончились, но это троллинг. Там был финиш, ребят. Мы с вами падаем... А, падаем на финиш. В общем, небольшой такой троллинг от автора. Ну что ж, вот такой классный, прикольный уровень. Давайте 5 звездочек и погнали, посмотрим на следующий. Ну что ж, и второй уровень на сегодня у нас под названием Гарпунс. Нам нужно что... А, лол, а нифига, я прям четко попал. Вот это да, прям встал в то место, где гарпунчик выстреливает. О боже, как его преодолеть? Ну, мне кажется, я знаю. Оп, все, изи. Блин, и осталось, ребят. Воу, нифига там сколько гарпунчиков. Но погодите, если я выживу, а я же выжил, то все, просто перелетаем эту штуку. И давайте к монетке. Изи. Что? Да, вот так вот, ребят, легко и просто проходится этот уровень. Блин, супер, шикарно, 5 звездочек и погнали дальше. Ну что, ребят, погнали, покидаем мечи. Итак, у нас тут много наших врагов. И предлагаю первого, давайте, вот этого пацана большого, бам. И сразу я нескольких и убил одним броском. Неплохо, кидаем дальше. На, по мужику, уу, бинго, изи. Просто изи, ребят, на. Офигеть, всех уничтожил, ребят. Ну просто красавец. Ну все, никого не осталось, правильно? Можем все мечи, ребят, выкинуть. На, да, все, выкинул этот. Да, вот теперь точно все. Ну ладненько, ребят, по всем попал, всех посадил на ножи. Короче, прикольно, 5 звездочек. И погнали к следующему уровню. Ну и, конечно же, Роупсвинг. Полетели. Аккуратненько, будем, ребята, сейчас стараться бороться, проходить. Так, поехали вниз. И еще поехали вниз. Отлично, ребятки. Так, поехали еще. Блин, супер Роупсвинг, друзья. Он еще и лонг, длинный типа. Посмотрим, что там будет дальше. Но пока что мне все нравится. В пушку. Ух ты, нифига себе. Аккуратно. Вау. Просто вау. Как мы там пролетели и не убились, ребят. Но это что-то с чем-то. Ладненько, погнали посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А приготовил я для вас гонку на столах. Смотрите, мы все на столах, ребята, едем. Вау, перелетаем острые шипы. Едем дальше, я должен обогнать всех. Ой, они мне мешают, ребят. Блин, как же они мне мешают? Почему я не первый полетел? Ну, фиг знает, на финише я первый, ребят. Наверное. Ну, угарная гоночка, друзья. Прикольно было, окей. Погнали к следующему уровню. А здесь мы вместе с вами совершаем побег, ребята. Откуда-то? Да? Missing Person Map. Походу, какой-то побег или что-то такое, друзья. Я что-то подумал сначала, что это все дело в тюрьме, но там не про тюрьму речь, ребят, идет. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут такое. Может, это и не побег вовсе. Но похоже, ребят, что мы откуда-то выбираемся. Мужик несет какую-то коробку, ребят. Вот знаете, что бы это могло быть, ребят? Что происходит на этом уровне? Напишите в комментариях. Я перелетел это пацана, можно его? О, и коробочку у него отжал. Неплохо. Прыгаем дальше. Еще один пацанчик. Так, ребят, что-то супер странно. Что-то все в коробках. Блин, а сюда надо было или нет? А-а-а, походу, да. Провалился я под землю, ребят. О боже, действительно мы откуда-то выбираемся? Ха-ха. Так, погнали. Как перелететь? Эть, как перелететь, ребят? Эть, о-е-е, кайф, погнали дальше. И что, мы выбрались наружу? Да, такое ощущение, что мы откуда-то, ребят, действительно выбрались. Все? Походу, да. Да, мы прошли. Блин, довольно забавный, но в то же время загадочный уровень, ребят. Напишите, что там происходило в том месте, откуда мы выбирались. Ну и погнали дальше.
Погнали, преодолеем Battle Run, друзья. Полетели сразу же. Опа-опа-опа, изи. Мне кажется, с первой попытки пройду, ребят. О-о-о, давай-давай-давай, да. Походу, да. Есть, нет, офигеть. Нифига там в конце еще нас расплющило. Ха-ха, просто невероятно. Ладненько, погнали к следующему уровню. А тут у нас спайк-фолл, только реверсивный. Мы вместо того, чтобы лететь вниз, летим наверх. Вот это да, ребят. Ладно, погнали. О, боже. А че это так сложно? Капец вообще! Я что-то не понимаю, в какой момент нам нужно вылетать, ребят. Ладненько, давайте вот так. Раз. И куда ты летишь? Слушайте, почему это так сложно? Наверное, нужно вот здесь вылетать. Оп! Давай! Победил! Вот это да, моя тактика сработала. Ну, просто лайкусик, ребятки. Ну что, как насчет еще одного пого-файта на сегодня? Полетели. Ай, хорошо, полетели дальше. Бам, помалой, просто, ребят, со всей дури, на, по пацану. Офигеть, ребят, я перелетаю просто своих врагов. Бам, еще пацанчика уничтожил. Слушайте, ребят, ну меня просто не остановить. Бабка с арбузом, серьезно? Но это было слишком легко. А вот пацанчик с копьем, это достаточно опасно. Нужно, надо было сверху перелетать, ребят. Тем более, это последнее препятствие, оно должно быть самое сложное. Ой, лол, серьезно? Я даже копье это не задел, оно даже не упало. Ну и все, и давайте. И оп, на финиш, по кайфу, смотрите, 37 секунд, 37 миллисекунд, капец как совпало, прикольно, ребятки. А тут, ребят, у нас Face to Die, способы смерти, итак, лежит у нас мужичок, нажимаем, и его просто дробилка перемолачивает, офигеть, дальше пушка, погнали. Запоминайте внимательно, ребят, каждую смерть, офигеть, потому что в конце я хочу попросить вас, чтобы вы написали, какая вам вообще способ смерти в этой игре понравился больше всего. Малой просто упал на острые штуки, серьезно? Так, тут что? Воу, горелочками по пацану. Воу, а тут молния ударила, серьезно вообще? Дальше. Он просто исчез, ребят, он просто исчез. Здесь у нас, смотрите, такой проповедник, ребят, с крестом или что, и просто демона изгнал из пацана. Так, на мину, ребят, наступать нельзя. Да, спасибо, меня мина уничтожила. Боже мой, ребят, как так вообще? Прикиньте, мина меня даже убила. Ладно, давайте вот так. Хоп, нажмем. Все, он взорвался, теперь едем дальше. Расист! Убил белого. Черный убил белого. Едем дальше, ребят. Офигеть, какая там мощная штука. Просто пацана развалила. Ниндзя! На, сверху вот так. Мачо-мен! Поднял он, ребят, короче, гирю тяжелую, понтовался, в итоге гирю на голову уронил, и вы видели сами. Invisible Spike, невидимые эти острые штуки, понятно, копья или что там. Так, дальше, ребят, солнечный удар, а сразу в могилу, лава из бассейна, даже нажать нельзя, потому что он уже, блин, сдох. И, ребятки, краш, вот так, бам, такой пресс жесткий. Но, слушайте, классные, ребят, способы. Напишите в комментариях, какой способ вам понравился здесь больше всего. И погнали посмотрим на еще одни способы смерти. Я собрал для вас действительно много различных способов. Ну что ж, прыгаем, ребят, наверх. Вау, минус пацанчик, вот это да. Тут у нас, ребята, мужик застал свою жену с другим. И, бам, выстрелил гарпунчиком. Смотрим дальше, ребят. Тут что, холодильник на него? Офигеть! Просто холодильник упал на пацана. Прыгаем дальше. Что тут такого? Эть? А, ну просто спайкфолл. Ребят, тут роп-свинг. Давайте посмотрим. Малой! Полетел, оторвался! Не умеет. Так, суицид. Смотрите, там кто-то прыгает с крыши. Короче, одни говорят ноу, а парень с камеры такой, прыгай, прыгай. Хочет контента, ребят, заснять. Хочет посмотреть, как это выглядит. И в итоге... Бам! Упал пацанчик в итоге. Так, смотрите, у нас тут следующее. В толчке мина. Пацанчик сидит на толчке, полетел и просто к своей жене в ванну. Кусками, правда. Так, секретная кнопка. Ну, зачем ты ее нажал? Просто сдох, ребят, сам. Так, бэкфлип. Заднее сальто. Воу! И прям на штыки сальто. С кайфом. И, ребят, смотрите, последнее. У нас тут Санта хочет подарить подарок, ребят, новогодний, рождественский. И в итоге что? И в итоге... А, в итоге просто, ребят, видите, да. По голове подарком и на кусочки. Отлично, ребят. Ну что ж, вот такой вот прикольный уровень. 5 звездочек, пишите, что вам здесь понравилось больше всего. И погнали посмотрим на следующий. А тут, ребятки, у нас Russian Horror. Русский хоррор в русском стиле. В общем, давайте смотреть. Так, посмотри, там люди. Там прямо люди. О, щит, что они делают, ребят?
он что-то в карманах у нее искал, короче, он говорит, посмотри, у меня в заднем кармане там ключи от машины потерялись. Так, мы спрашиваем, короче, как проехать до Вершинина, до какой-то деревни. Так, а нам говорят, короче, едьте туда, что-то там, короче, туда-сюда. Ладно, едем, ребят, дальше. Офигеть, вот это страсти, конечно. Воу, это призрак, что ли, к нам прилетел или что? Ну, это же хоррор, друзья. О боже. Опа, а вот здесь неплохо, пацанчик висит на дереве с пробитой головой. Куда мы едем, ребят, что это? Избушка на курьих ножках, серьезно? Вау, скример, баба-яга, офигеть, ну ладно, а куда нам, назад или вперед? Ладно, поехали. Походу это конец, ребят, или что, я так и не понял. Так, я уже без своей девчонки. Ну-ка, ребят, давайте попробуем разогнаться. Посильнее туда заедем. Я не понял, походу там конец, потому что дальше я ехать не могу. А, не, я выехал, ребят, из этой избушки на курьих ножках. Так, и что дальше-то, ребят? Девчонку я потерял, еду по лесу. Вау, бу, нифига, это что, Слендермен был или кто, ребят? Напишите обязательно в комментариях, что это за монстр был. Вау, еще! Сколько тут скримеров всяких будет? Так, мы доехали до Вершинина, вот, ребят, это деревня, в итоге мы приехали и в безопасности. Вот это да, ребят, интересный такой был уровень, прикольный, но это еще не все, погнали дальше. Ну и еще одни способы смерти, ребятки, безумно мне нравятся эти уровни. Итак, пацанчик у нас тут стоит, что, давайте нажмем, посмотрим, что с ним будет. Пушка выстреливает в него, боже, бедный пацан. А здесь, посмотрите, ребят, вот это да, прям... Прям туда ему залетела, ребят, эта штука, о боже. Так, малой, что тут у нас с малым? Ну, просто его подвесили на цепочке, о боже. Так, ладно, тут что? Ноги, руки, еще и взрыв. О боже, девчонка лежит, смотрите, а там острая эта фигня. Воу! И просто ее разрезала, офигеть. Так, едем дальше. Тут у нас что, боулинг или что? Вау! Офигеть! Просто огромная, ребят, штуковина. Вжоу, еще и с острыми штуками уничтожила всех людишек. Так, давайте тут посмотрим. Ну, да, просто пацаненка убили. Здесь Санта, посмотрите, в горелках. Его просто разорвало на разные частички, в разные стороны. Так, смотрим здесь. Ну, примерно то же самое. Смотрим тут, что с пацаном будет. Ой, как же опасно это было, как же жестко. И фрукты. И вместе с фруктами мы разрезали бомжа. По кайфу. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Обязательно пишите, какой из уровней вам понравился больше всего. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети. ВКонтакте, Инстаграм. Подписывайтесь туда. Ну а с вами по-прежнему был Овер. Я желаю всем всего самого наилучшего. Спасибо за просмотр. И пока-пока.